США выделят Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в нынешнем году. Об этом сообщило американское посольство. Средства пойдут на покупку военной техники и обеспечение армии. Соответствующие структуры США уже начали заключение контрактов. Посольство заявляет, что такое решение Вашингтона свидетельствует о поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии.